прямым признакам ГНВП относятся рост объемов приемной емкости, рост скорости выходящего потока на устье скважины и перелив через устье скважины без циркуляции. Но по факту перелив без циркуляции — это тот же рост скорости выходного потока. То есть без циркуляции он равен нулю, а при переливе он больше нуля. Важно отметить то, что среди всех этих признаков рост скорости выходного потока является первым, потому что его идентифицировать можно проще и быстрее, а рост объемов приемной емкости является второстепенным, поскольку мы его отметим только после того, как уже в емкости объем притока увеличится на какую-то величину, на пол куба, куб, полтора куба и так далее, в зависимости от того, насколько у нас чувствительно настроен датчик.